Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Иванушка, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, в CSGO Майнкрафт. Если честно, в Майнкрафт CSGO я не умею играть, и вообще в CS я не играю, но я решил попробовать, потому что раньше я с друзьями всегда играл в Майнкрафт CSGO. Все понятно. Ну что, я зашел в рандомную игру, и тут, начинаем играть. Так. Что бы я купил? Хотя у меня очень мало денег, чтобы я за это не купил. А что это? Нормально. С пестиком таким. Так. А, я забыл. Я давно не играл в Майнкрафт CSGO. Я забыл, на какую кнопку нажимать стрелять. Сейчас у меня громкость 9%. Мне вообще все разрядилось. Боже мой, мама, забери меня отсюда. Промазал. Помогите. Иди сюда. Чего я такой мазил? Давайте мне оружие, пожалуйста. Что за говно я взял? Я же говорю, я не умею играть, да и тем более оружие, я тупой взял. Ладно. Нас одолбашили. Все что ли? Вообще? 8-0 у нас. Нет. Какое оружие взять? Какой-нибудь калаш. А нет, он дорогой. Ну не очень дорогой, ну ладно. Так, снайперку. Не-а, мне не хватает. Какой-нибудь... ПП-бизон возьму. Мне, в принципе, нравилось это оружие, и сейчас нравится. Тихо. Так. Как я еще? Ну, вообще, попросил. Что я сейчас сделал? Ёб красоты. Помогите. Да, турист вы. Стоп, а мне дали кейс? Да, блин, мне не дали кейс. Потому что я плохо играл. Ладно, спецназовцы победили. Они один раз выиграли. Так. Я не знаю, за кого я пойду. Я буду рандомом. Я рандом выберу. Так, сейчас 17 секунд подождем. Не, первая катка это первая катка. Понятно, это была разминочная. Кто? Ладно. Я рандом выберу. Посмотрим, какие... О, террористы мои. Я думаю, такой пистолет оставим. Либо дигл возьму. Да, я дигл возьму. Жаль, у меня нет никакого скина. А да, кстати, у меня ни одного кейса нет. Потому что я вообще плохо играю, я же вам сказал. Я нуб вообще здесь. Очень сильный нуб. Еще упаду и умру. Ну уже тут экран почернел. Так, бомба у кого-то. Обсираться можно. Я, конечно, не забивной человек. Я обсерился так хорошенечко. Но мы выиграли. Я так и знал, я же говорю, я нуб. Зачем я вообще на него побежал? Я не знаю зачем. Так, берем себе калашик. Сразу, потому что калашик это мощь. Так, сюда пойдем, потому что там, туда я уже ходил. Логично же, логично. Давай. За пацаном по трубе. Ёпарасоте, куда я стреляю?
Тихо. Перезарядка. Что происходит? Что сейчас происходило? Что это сейчас было? Что происходит? Milky Way с нами играет какой-то. Так, бомба установлена. Это наша, это понятно. Б, А, А, Б. Нашего дубл кинкули. Кёрствой. Снова победили. Кстати, у меня почему-то проблемы со скином. У меня видится совсем другой скин. Я не знаю почему. Так, пойдем. Покупаем себе броньку. Гранату кинул. Я не знаю, какие... Я не знаю, как их пользоваться. Но пока что у нас 2-0. Так. Ну... Так. Я удивился, то, что я 2 секунды еще был жив. Зачем я туда пошел? Вот это лицо мне не нравится просто. Что-то наших как-то дабл кикнули. Как это звучало. Где нам добыть алмазы и застроить алмазы? Лучший вариант. От Вани. Юрорчик. 404 сам. А он дабл кикнул. Да нифига он. Молодец, молодец, пацан. Давай, давай, я ставлю на тебя ставки. Давай, ставлю 100 рублей. Давай, 100 рублей. Нифига! Молодец. Что происходит? Война, война. Обидно, да, обидно. Потому что он мог затащить вообще на изи. Так, какую снайперку взять? Серьезно, я люблю сходить с снайперкой. Это АВП, это ССР. Да по... Пофиг, беру вот такую, какую хочу. Я не играю в CSGO, взял ТФ, просто рандомную. Денег не хватало. Да, блин, я забыл. Жестко, ну блин. Как меня еще не зарашивают? И как меня еще союзники не обосрали? Серьезно, как меня еще не обосрали мои союзники? Ладно. Продолжаем. Я жестко нублю. Трое, давай, давай, беги! Беги, ты спасешься! Векстон не спасается, Векстон убегает. Давай, беги. Ой. Давай, давай, давай. Уничтожай. Нифига. Молодец, давай. Я верю в тебя. Давай, давай, давай. Молодец. Давай! Если ты выиграешь, я на тебя 100 рублей ставлю. Давай! Давай! Я тебя... Давай! Бой, 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 бой! Давай, давай, давай! Еее! Еее! GG просто. Одну команду просто растащил нахер. Oh.
Ладно. Сейчас попробую вести себя нормально, потому что я сейчас как-то плохо играл. Лежит. Тебе нормально? Ааа, вспомнил тут. Что сделал? Ладно. Очередная вопрос. Почему, когда я иду, он идет? Когда я не иду, он не идет. Извините за бомбеж, конечно. Но это тупо. Ладно. Уже просто неинтересно смотреть, так что следующий раунд. Тёствы. Наше победили. Опять. Почему я жестко не люблю? Сейчас я просто хочу взять вот эту снайперку. Взять вот это и кинуть им просто. Подойти вот близко. Взрывчаткой, значит. Пока они не видят, быстренько. Всех просто здесь валяется. Так. Да за что? Да. Это нормально или нет? Нормально? Вообще. Конечно, сдикла, блин. Ты серьезно сдикла? Ты где такому научился? Бородатый наш. Красный. Борода красный. Давай, ну. Да, тёствы. Блин, мы тащим благодаря моим людям. Не моим людям, а в смысле моим союзникам. А я дебил какой-то. Попробуй взять недорогую. Что ж, дорогую. Ладно, погнали заново. Уже шестой, нет, седьмой, наверное, раунд, я не помню какой, но седьмой. Так, это бэшка. Куда я кину? Я дебил. Ты серьезно взорвалось уже? Как? Так? Как так сильно? Я не понимаю, это что сейчас было? Я ничего сейчас не понял. Абсолютно. Ладно. А, тут разные еще вот эти штуки могут выпасть. Дайте мне что-нибудь крутое. Я хочу кого-то убить, пожалуйста. Что? А. А, у меня уже 250. Еще и денег не хватает. Было 80. Почему-то стало 500. Я не знаю, что это. Почему у нас тут происходит? Чего? Чего? Голову? С гранатой? Что? Ничего не сейчас не понял. Абсолютно. Иди нафиг звук вообще. Замолчи. Я не понимаю, что происходит в этом режиме. Ладно. Опять тащим. А мы опять тащим. А, блин, точно. Мы же спецназовцев. Ладно, опять неинтересно, так что следующий раунд. Террористы победили, а мы спецназовцы. Ну, не повезло, не повезло. Ладно. С кем не бывает? Конечно. Когда мы так сильно тащили... У меня нет доступа. А, младший сержант нужен 12. Да идите вы нафиг своим 12. А, точно. Просто проверил. Не пугайтесь. А чё им пугаться? А типа, если зажать shift, это типа как прицел. Ну, это понятно.
Никого нет. Дайте мне его убить! Нет, я его не убил. Но зато меня затащили. Все, я с таким буду оружием ходить. Оно счастливое, я не умер впервые. Так что оно счастливое. Все, я бронежилетик надел. И погнали. Блин, надо было снайпера какого-нибудь взять, потому что я люблю вот такие вот, типа, старинные снайперки или типа вида снайперок. Так что погнали. Ну, в этом ролике вы все поняли, то, что я полнейший нуб, который не умеет играть. Ну да. Я знаю, то, что на этой точке куча игроков собирается. Это всегда. Я знал. Да-да-да, на нас вообще. Раз. Просто. Следующий раунд. Нас почему-то террористы выигрывают. Я не знаю, почему нас выигрывают террористы. Непонятно. Сейчас просто хочу ворваться к ним, взять гранат. Просто. Подойти вон туда, хорошенько им запульнуть туда, и все. План бога. Абсолютно согласен. Взорвитесь там, пожалуйста. Пожалуйста. Как? Это что сейчас было? Наверное, мне не поверят. Но я им тоже, наверное, не особо видел. Блин. Чё нас так выигрывает, я не понял. Чё, спецназовцы и все, что ли? Дуемся? Ладно, в следующий раунд. А уже и следующий раунд. Я только что сказал, что следующий раунд, и вот уже следующий раунд. Ладно. Я хочу просто сейчас ворваться к ним, расстрелять их нафиг с дробаша. Новую возьму вот так вот. Кто, как оно там? Бам-бам. Сейчас вот им будет бам-бам. Ну, серьезно. Ну что задолбал вот это все. Иди сюда. Иди сюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Тварь. Иди отсюда. Что это сейчас было? Зачем я взял тупую снайпу? Нас просто расстреляли. Ну, остались они один на один. Ну, как бы одинаковые у них все. У меня появилась тактика. Взять оружие и начинать стрелять просто, если они ворвутся, в угол зажаться и стрелять просто в разные стороны. Так, у нас 3 на 3. Спецназовцы здесь. Дабл кикнул. Кикнули его. Ну, пожалуйста, пацан, затащи, я уже задолбался тут. Красоты. А, в итоге все было так, то что нас победили террористы, то есть другая команда. Эх, не повезло. Ну, с тобой был Иванушка. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Пока.